Чирик-чирик. Ну что, дорогие друзья, приветствую вас на моем YouTube-канале Алис Канадовец. И вот он, долгожданный выпуск про Uber-доставку. Как в неделю можно зарабатывать от 1000 до 1400 долларов, при этом не сильно напрягаясь. Let's go! И перед началом выпуска, дорогие друзья, я бы хотел вас попросить подписаться на Instagram. Там много полезной информации о Канаде. И если у вас останутся вопросы или будут проблемы с регистрацией в Uber, тогда можете мне спокойно писать директ. Так вот, друзья, кто у меня спрашивал, можно ли отменять заказы? Конечно, можно. Вот у меня 15 долларов, 9 километров. Я такие заказы не беру, просто отменяю. А вот такие, друзья, я принимаю. 1,6 километров рядышком за 11 баксов. Сюда! Вот такие я принимаю. Так что не переживайте, можете отменять там по 3 доллара, по 5 долларов. Это ни о чем. Просто ловите себе за 11 долларов. Вот тут берете себе заказ, здесь 1 километр приехали на велике. И вот, и 11 баксов. О, еще один. А вот, смотрите, это уже добавочно. Где плюс 9 долларов. Итого, можно сказать, 3 километра за 20 долларов. Вот так вот. Вы же видели, только отменил заказ за 17 долларов на 9 километров, зато у меня сейчас следующий на 3 километра 20 долларов. Отлично, отлично. Here we go. Yeah. Hi. Evan, yeah. Oven, and oven. So Oven's this one, yeah. And Evan, there's two. Yeah, yeah. Okay, thank you so much. Вот это, отменить оценки за отмены, не играет никакой роли. Вот это тоже не играет. Самое вот это играет в основном роль. И вот у меня 99%. Это именно от ресторана в лайке и от клиентов. У меня только один дизлайк, это за то, что я чай разлил. Если у вас будет там ниже 80% или там 85%, я точно не помню, вас могут там, ну, типа, заблокировать и так далее. Так что, друзья, вот это самое главное. Вот что, на что нужно акцентировать внимание. А вот это все, это чепуха. И то, что вам кто-то сказал, что если у вас будет низкий рейтинг в этом плане, и у вас от этого будет меньше заказы идти, или не будут заказы с чаевыми, вы же сами видите. Я уже на опыте сделал 1150 заказов, и вы только что увидели, с моим низким рейтингом я получил двойной заказ за 20 долларов. Так что... И вот, показываю, подтверждаем заказ двойной, начать доставку, клоц. Так, вот, первый заказ здесь. Все, а мы поехали. И также, друзья, у меня спрашивали, можно ехать ли вот по такой дорожке, где люди ходят? Конечно, можно. В принципе, они тут все уступают мне. Вот даже вот человек посмотрел, уступил и все, и поехал. Ну, могу вот так выехать, в случае чего, на дорогу. Кому как. Так что не переживайте, можете и по дорожке ездить, можете и по дороге ехать. Вот уже потихонечку, друзья, подъезжаем. 448, смотрим сзади, вперед. И, в принципе, можно заезжать. Так, 448, вот. Вот такие тут подъезды. И вот номер два. Здесь оставляем тут и уходим. Налево. Вот такие вот тут дома. Вот так мы заходим сюда. И в принципе, вот так вот все это происходит. Угу. Поехали второй заказ отдавать. А вот, друзья, тут есть такие специальные велодорожки, только я еду по встречной. А вот мне надо в свою линию заехать. И вот так безопасно можно гонять себе и кайфовать на изи. И природа шикарная, и без рук еду. Вообще ни о чем не переживаешь. И везем второй заказ. И что я хочу сказать, в принципе, эта работа считается, ну, на самом деле, такой кайфовой, что есть больше свободного времени для изучения английского, никто тебе не напрягает с телефоном, ты просто работаешь в удовольствии, делаешь все зависящее от тебя, если ты стараешься больше делать заказы, больше заработаешь, если ты на чиле работаешь, то можешь меньше получить, в принципе, можно спокойно зарабатывать 150-200 долларов в день. Ой-ой-ой, полетели, я как машина гоняю тут по дороге. This lane bike. Конечно, это моя зона.
Я уже этот город изучил как свои 5 пальцев. Просто по памяти езжу, даже не смотрю на карту. А тут белка собака. Это... Ага. Автобусы едут. О, зеленый свет. Полетели, кому лейт. И вот он, билдинг 310 Dundas. Почти подъезжаем. Вот оно. 310 Dundas Street. Кому лейт. Вот так заезжаем во дворик. Проезжаем на опыте. И тут прицепляем. Оставляем его так. Ой, только не вот так, конечно. Надо набирать такие цифры. 1-1, 20. И ждем, пока нам откроют. Okay. Yes, delivery, Uber. Вот тут такой ресепшн, тут никого нету. Вот так вот, на челе $20. И это заняло мне буквально, ну там, максимум 20 минут. А вот еще один заказ пришел, вот, с этого ресторанчика. За этот заказ дают $9. Uber платит за такие заказы $3, а клиент доплачивает там $6. И, в принципе, чаевых. И, в принципе, вот так можно и работать. Итак, оставляем. Тут такой район хороший. Заказ у меня мел, тут в основном просто можно самому забирать. Вот мел. В принципе, они не знают, и поэтому они мне не спрашивают ничего. Вот так. Это я уже у них тут просто местный такой крутой тип. Уже 3 месяца гоняют, 1000 чем-то доставок сделал. Конечно, они уже выкупают, кто я такой. Репутация у меня тут хорошая. Так что, друзья, тут в основном больше на чаевых зарабатываешь, нежели от Uber. Потому что, когда заказ приходит за $3, это получается, клиент чаевые тебе не оставляет. Я не знаю, кто делает заказ за $3, может, на машине кто-то делает, но тоже не вижу смысла. Я беру свыше там $7, заказ не меньше. Ладно, на самом деле я делал заказ за $3, забыл вам сказать. Это с самого начала, когда только начал работать, я думал, что, блин, ну, походу у них такая ставка, $3 от Uber. Ну и, наверное, чаевые будут приходить, типа, от клиентов. В итоге, когда я их делал, никаких не было чаевых. Я думаю, что за бред. Какого фига нет чаевых $3? Потому что я работал в Польше, там тоже есть ставка за километраж. Но при этом чаевые не указываются. Чаевые там уже сам клиент, типа, выставляет на свое усмотрение, и все. А тут, видите, наоборот, тут сразу приходит заказ и сразу показывают, как клиент устанавливает чаевые. И ты понимаешь, брать этот заказ, подходит тебе без чаевых или не подходит. И вот так я перебираю себе заказы там по 9, по 8, по $10. Вот двойной заказ, вот вы видели, попалось $20. Отлично, отлично. Вот такие заказы я люблю. И в принципе, сами понимаете, 20 заказов сделал, $200. Я думаю, что вам об этом никто не расскажет, потому что все не любят конкуренции, потому что если получается, вы приедете в Торонто и будете так же само перебирать заказы, то вы будете забирать их у профессионалов заказы. А так вы берете по $3, а эти профессионалы будут перебирать лучшие заказы. И получается, они зарабатывают там нормальный кеш, а вы фигню. И потом вы расстраиваетесь и говорите, да пипец, блин, что это за Uber работа, какая-то фигня. Попросили. Вот такой заказ. Попросили. Так, можно петлять отсюда. Опа. Вот мой велосипедик. Для новичков, друзья, у меня есть хороший вариант заработать просто леваковые деньги. Это реферальная ссылка, промокод, который я здесь вписываю. Тут вы просто при начале регистрации, когда вы регистрируетесь здесь в Канаде, вписываете этот промокод, получаете возможность при выполнении обязательно 100 доставок, получите бонус там в размере 200 там, канадских долларов. Но это, конечно, пушка, друзья. Жаль, что у меня не было такой возможности, когда я только прилетел в Канаду, и я сразу зарегистрировался без промокода и никакого бонуса не получил. И это очень обидно, друзья.
Ну что, ребята, выпуск подходит к концу. Вот такой простой лайфхак, как реально зарабатывать деньги. Если, конечно, вы будете брать все подряд заказы по 3 доллара, ну там, или по 5, там, 20 километров, 10 километров, то вы, конечно, дофига не заработаете на самом деле. Лучше посидеть, подождать 15-20 минут, словить за 20 долларов заказа двойной, там, хоть один, там, за 10 долларов. И все, и поехали себе, начали, сделали, и в день можно зарабатывать таким образом до 200 долларов. Так что вот так вот. Я надеюсь, друзья, вам зашло это видео, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. И желаю всем удачи!